Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по автокрану FVCAD, которое выводится на платформу Waze. И мы монеты обмениваем, выводим с этого автокрана монетки и меняем на монету Waze. Значит, я хочу сделать очередной вывод и показать в режиме реального времени, как обменивать на монету Waze. У меня 4887 монет. Минимум вывод отсюда 1000 монет. Значит, вот на зеленую вкладочку нажимаю «Вывести». Реклама. Минимум сумма. Так, вывелась. Что-то у меня желтеньким загорелось. Ага, вывелось вот 0 монеток. Так, значит, переходим на платформу Waze. И у меня на данный момент 24341 монета. Значит, кошелек, транзакции нажимаю. Так, получение. Вот июнь, 3 июня, как мы видим. 4887 монет. Платит инстантом. Все замечательно. Далее я выводила отсюда 1 числа 6935. Потом я выводила. Так, выводила я 30 мая 12500. Ну и там я уже отправляла. Значит, как их выводить? Нажимаю «Биржа». Если получится, сейчас хочу показать вам в реальном времени на монетку. Так, давайте зайдем в кошелек обратно. Значит, на данный момент у меня 0.0160 вот этих монет. Так, идем на биржу. Так, и мы что делаем? Сейчас она загрузится, я вам покажу. Сюда поисковик, вбиваю FVCAD. И что так? Сейчас она загрузится. Так, биржевой стакан. Немножечко путаюсь. Так, купить. Сейчас посмотрим. Так, биржевой стакан. Вот я здесь продавала я монетки. И так, у меня что? Что-то у меня ничего не Waze. Ага, вот они. FVCAD. Нажимаю. Так. Биржевое количество. Глубина купить. Продать. Продаю. У меня 24341 FVCAD. Так. Waze. А, надо что сюда сумму вставить. Ага, 24 341 341.00. И у меня должно получиться 0. Вот такая вот сумма. Нажимаю продать. Орден создан. Так. Переходим опять в кошелек. Обзор. Еще ничего у меня не купили. Подождем немножечко. Поставлю на паузу. И подожду. Быстро у меня купили вот монетки. 0. Стала вот такая вот у меня сумма. Waze монеты. Значит, кошелек, транзакции опять нажимаю. И вот, пожалуйста,
Продажа. Вот я продала минус 24341 Фаукет. Так вот я. Фаукет Вейс. И плюс 0. Вот такая сумма Вейс монет. Это я минус продала и обменяла на Вейс монеты. Вот таким вот образом. Все это быстро делается, как бы меняется. Только сильно, если маленькая сумма, я когда 1000 монет первый раз пробный вывод делала, у меня, не знаю, наверное, мало монет, никто не захотел купить. Но вот я отменила этот заказ и потом еще раз вывела. И все хорошо. Так, возвращаюсь на кран. Что еще здесь хорошего? Друзья, здесь очень выгодно приглашать. Потому что здесь за каждого реферала сейчас дают плюс 500 монет. За каждого реферала, обратите внимание. Это, конечно же, суперски. Вот у меня монетки уже капают. И у меня сейчас в день выходит 2399 монет вот этих Фаукет. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь. Это не майнинг. Здесь ничего, ни процессор, ни компьютер, как бы ничего не тянет, ничего не работает. Он просто автокран. У меня целый день открыто, как бы, вот это окошко в углу, и я занимаюсь своими делами. Вот, а мешать он мне не мешает ни в коем мере. Я только захожу, проверяю баланс. До новых встреч!